Добрый день, меня зовут Александр Альперович, я генеральный директор издательства «Клевер», и сегодня я хочу рассказать вам о проекте, которым мы увлечены и который вдохновляет нас последние несколько лет. Я хочу поделиться этим проектом с вами и надеюсь, что он тоже понравится вам, вдохновит вас, и вы сможете поучаствовать в нем как наши партнеры. Мы хотим выпустить большое количество классических русских произведений и представить их для наших детей, для наших школьников таким образом, чтобы им стало интересно, чтобы им стало захватывающе важно читать книги, читать русскую классическую литературу. Первая книга этой серии вышла, это Александр Грибоедов «Горе от ума». Мы получили прекрасные на нее отзывы, и мы очень хотим продолжить эту серию. Сейчас готовим к выходу вторую книгу. Это книга Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Мы попытаемся очень современно, очень легко, очень, можно сказать, интерактивно презентовать эти книги, сделать так, чтобы описательная часть, литературоведческая, часть этой книги была настолько захватывающей, чтобы у ребенка после прочтения этой вступительной части было бы искреннее желание прочесть эту книгу целиком. Здесь будет и синопсис, здесь будет описание героев, здесь будет описание исторических литературных прототипов этих героев. Здесь будет история самого Пугачева о том, почему, как беглый казак смог добиться того, чтобы контролировать порядка третьей территории огромной Российской империи. Мы расскажем об этом детям, и я надеюсь, что увлечем и сюжетом, и историей, и самими переживаниями. Нам очень важна ваша поддержка, нам очень важно, чтобы сделать так, чтобы очень дорогие по содержанию, наполнению, исполнению эти книги были доступны детям. Мы очень хотим, чтобы эти книги стоили очень недорого в магазинах, потому что мы же понимаем прекрасно, что решение о покупке той или иной книги принимает родитель, исходя из там своих бюджетов, своих потребностей. И именно для этого мы просим вас поддержать этот проект, поучаствовать в нем. Друзья, нам очень нужна и важна ваша поддержка в этом проекте. Мы очень хотим выпустить эту книгу, мы очень хотим выпустить эту книгу с вашей помощью. Мы призываем вас стать соиздателями этого проекта, соавторами этого проекта. Нам очень бы хотелось убедиться в том, что мы делаем правильную, нужную работу для наших детей, для наших школьников, в том числе для наших родителей, для нас всех. Большое вам спасибо. Поддержите нас.